Люберецкая спортивная школа Олимпийского резерва по баскетболу «Спартак» подвела итоги сезона и проводила своих выпускников во взрослую жизнь. В атмосферу праздника и спорта окунулись и мы. Праздник открыл парад баскетболистов. Соревнований сегодня нет, но все в спортивной форме. Привилегия только у выпускников. За высокие достижения в спорте – заслуженные награды. Командам, которые стали победителями и призерами различных турниров, вручили медали и кубки. Но главный приз за победу в первенстве Московской области достался нынешним выпускникам. Я бы хотел им пожелать, чтобы они добились того, чего они желают. Они знают, что такое труд. Они знают, что такое можно через «не могу» вырвать победу. Наша спортшкола по итогам выступления всех команд в общем зачете идет на втором месте по региону, по Московской области. Этого не было, но где-то лет 7-8 этого не было. Да. Хотя наша школа по области одна из сильнейших школ. В зале присутствуют все 350 воспитанников «Спартака». Для 14 из них сегодня день особенный. Они прощаются со спортивной школой. 7 лет учебы оставили след в жизни каждого. Они запомнились тяжкими трудами на тренировках, нашими победами в спорте, которые мы заслужили. Включая Московскую область, нам еще подарили дюбл, детскую юношескую баскетбольную лигу, которую мы выигрывали тоже. Да, мы будем здесь желаемыми друзьями, нас тут будут ждать всегда на тренировках, везде. Но, конечно же, обидно, потому что уходим из этой спортивной школы. Сколько эмоций было получено здесь. Это непередаваемое ощущение. Юные баскетболисты подготовили музыкальные номера, в которых продемонстрировали спортивные достижения и творческий потенциал. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.